Много пользы и знаний, известные бизнес-спикеры и возможности для развития. И все это масштабное мероприятие для предпринимателей нового формата «Альфа-Конфа». В Ульяновске такое яркое крупное событие проходит впервые. Ульяновск значимый город для нашего банка. Здесь находится не только отделение Альфа-Банка, но и профессиональный хаб, где работают более 2500 сотрудников, которые помогают нам развивать бизнес наших клиентов. Главная задача была собрать наибольшее количество единомышленников, предпринимателей и предоставить им пространство, где они могут пообщаться свободно, пообменяться какими-то своими идеями, в конце концов просто познакомиться, потому что не все, конечно, знакомы даже. И я это вижу, что мы эти цели достигли, потому что очень много стоит людей, общается. Общение и обмен опытом – только одна из составляющих мероприятия. Многие участники пришли получить ценные знания и прокачать навыки для дальнейшего развития себя и своего бизнеса. Обучать предпринимателей прибыли самые популярные спикеры индустрии. Они приехали поделиться со сцены своим опытом, рассказать про тренды и разобрать реальные кейсы из бизнеса на разные темы. От создания бренда до предпринимательского мышления. Понять себя, кто я, обнаружить, в чем мои таланты, помножить на энное количество часов именно свои таланты. Вот эти таланты – это про любовь к себе. Не предавать, не изменять себе. И тогда твой путь будет хоть и сложный, но очень счастливый. А деньги, как ресурс, будут даваться тебе на реализацию твоих целей, твоей жизни. Говорить красиво, правильно, не бояться, а главное уметь привлекать покупателей и партнеров – важный навык для современного предпринимателя. Все выступления спикеров на конфе проходят в неформальном и современном формате. Каждый эксперт продает, по сути, три вещи. Себя как эксперта, свою тему, он с такой гуманистической миссией выступает, и некий продукт. Так или иначе, мы продаем себя или то, чем мы занимаемся каждый день, но без этого не строятся никакие отношения. Даже ребенку мы каждый день продаем идею того, что нужно чистить зубы, собираться в школу и заниматься физкультурой. Участники Альфа-Конфы остались под впечатлением. В одном месте собрались более 1500 бизнесменов разного уровня. Приехали из районов области и соседних городов. Мы не просто будем рассказывать, конечно, мы вообще все это полностью сразу транслируем в свои группы. Все наши подписчики сразу видят, народ прибавляется. Поэтому везде будет во всех мессенджерах информация о том, какое мероприятие мы сегодня посетили. Да, мы за то, чтобы развивать предпринимательство. Также участники Альфа-Конфы смогли оставить информацию о своем бизнесе, о себе, завести знакомство и договориться о сотрудничестве в специальном чат-боте в Телеграме. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.